Комсомольском районе идет ремонт центральной больницы. Детское, инфекционное и хирургическое отделение уже отремонтированы. 4-летний Никита Юманов лежит в больнице уже 3 дня. У него ангина. Сейчас он вместе с мамой находится в стационаре. На условия они не жалуются, тем более, что Юмановы одними из первых оценили ремонт отделения. Нам нравится, тут очень светло, красиво, ярко. Вот тумбочки даже какого цвета, да, Никита? Такого интересного, кровати. Мы лежали в детской больнице. Конечно, это не по земле. Конечно, это не по мне. Здесь очень чисто, да, Никит? Красиво. Вкусно кормят, хорошо за нами смотрят. Сантехника, проводка, вентиляция. В хирургическом отделении все заменено. Даже двери здесь поставили специальные, со стеклом. Двери прозрачные сделали для того, чтобы для удобства медперсонала дежурного, чтобы в ночное время не беспокоить пациентов и видеть, что непосредственно происходит в каждой палате. За последние 35 лет капитальный ремонт в Комсомольской больнице делают впервые. В первую очередь мы сдали инфекционное отделение, инфекционный корпус. Буквально на прошлой неделе сдали, закончили капремонт хирургического отделения и отдельно стоящее здание пищеблока, кухни. Также у нас в этом месяце, до конца этого месяца заканчивается капремонт детского корпуса. Полностью второй этаж уже закончили. И заканчивают первый этаж. И буквально вот позавчера начались ремонтные работы в терапевтическом отделении. Сейчас в больнице готово 3 отделения, на очереди еще 6. Всего же на капитальный ремонт больницы из республиканского бюджета выделено 30 миллионов рублей. Кстати, появилась возможность привести в порядок и клинико-диагностическую лабораторию. А все благодаря сэкономленным на аукционах средствам. Комсомольская больница преобразится полностью до конца года. Юлия Важенина, Владимир Синдеев, Республика.